Самарский кадетский корпус отметил десятилетие со дня образования. В настоящий момент полный курс обучения составляет 7 лет. Юноши в Самарском кадетском корпусе обучаются с 5 по 11 класс и стоят на полном государственном обеспечении. Как можно поступить в кадетский корпус? Дети поступают в этом году не только в 5 класс, но и последующие. Какие качества воспитывает кадетская жизнь? Усиленная строевая подготовка. То есть независимо от погодных условий мы всегда готовимся. У нас идет уклон в образовании к профильным предметам, основы начальной профессиональной подготовки, история кадетства, мы это все изучаем, каждую неделю проходят уроки. Смотрите сегодня 18.15 программу «Город ТЭС». Гости в студии Владимир Божик, начальник курса Самарского кадетского корпуса МВД России, и Иван Краснов, помощник командира взвода выпускного курса Самарского кадетского корпуса МВД России.